Да, конечно, конкурс нужен, потому что это шикарный праздник. Я всегда с удовольствием смотрю и на выступления, и смотрю с удовольствием, как голосует. Мне тоже это интересно. То, что там иногда побеждают какие-то странные персонажи, ну, типа пресловутый вот Вурст. Кстати, если закрыть глаза, то пело-то очень неплохо, между прочим. Но это общая тенденция. Там у них толерантность, у них там это считается нормальным. Знаешь, мы, конечно, страна такая православная, для нас это все дико. Но я думаю, что страшного-то в этом ничего нету. И, конечно, мы должны участвовать, и у нас же уже и победы есть, и серебряные места. Поэтому я думаю, что и у Полиночки, я надеюсь, ну уж, если уж не на первое место, ну хотя бы там в тройку должна войти, потому что поет она великолепно, красавица, песня хорошая. Все-таки надеюсь, что у нее все получится.